магазин. Судье, комментатор. Наши соревнования продолжаются. Сейчас играют Московский кредитный банк и банк Тинькофф. Не первое банковское дерби. Сегодня уже встречались банковские команды. Но вот к матчу Московского кредитного банка и Тинькофф всегда приковано отдельное внимание. Сразу надо сказать, что много новых игроков в составе МКБ. Ну, посмотрим, как они вольются в игру. У Тинькофф сегодня 4-0 победа над Нордеа и 0-1 досадное поражение от HSBC. И все идет к тому, что HSBC станет лидером турнирной таблицы по итогам первого тура. Здорово они сегодня отыграли. Две победы, одна ничья, 7 очков после 3 встреч. А у кого бриджи? Ну ладно, эти можно, Юр. Не удалось ему ход набрать, вынужден был остановиться, накрывал защитник. Некому отдать, парни. Но тогда ничего не главой МКБ. Три контратака МКБ заканчивается так же стремительно, как началась. А вот теперь численное преимущество у Тинькофф. Удар, еще один удар, но нет. А вот здесь получается поразить ворота соперников. И мяч отправляется на центр. Впереди Тинькофф, 1-0. Пойдет.
Развернулась очень быстро атака Московского кредитного банка. Мы вместе с Гореликом после того, как мяч влетел в ворота, на секунду замерли, потому что не поверили, а как? Вроде бы под опекой был нападающий, очень плотно его держали. Да и вратарь находился в той же точке, но тот умудрился схитриться и пробить. И причем пробил точно. 1-1. Поджали игроков, поджали, поджали. Давай, никого! Вся пятерка Тиньков на чужой половине поля. И опять в большинстве МКБ у чужих ворот. Здесь нарушение правил. Удар. Ну, вратарь держал ближнюю штангу. Такой сейф – это его обязанность. Пас в никуда. И очень быстро пытается этим воспользоваться МКБ. Защитники не вовремя у Тинькофф остановились. Терентьев сохраняет мяч. И прорвался с ним чужим воротом. Терентьев снова разворачивается эффектно. Удар издали. Терентьев, не Терентьев, Пучков это был, привыкли мы фамилию Терентьева называть активно в последние две минуты. Пучкове как-то подзабыли. Отличный перевод Терентьева, оставалось только забить. Игра без центра поля идет. Все силы в атаку. Здесь не до позиционной борьбы. Все просто. Мяч подхватил. Максимум одну передачу сделал и удар. Пучков. Снова на Терентьева, тут просто пропустил мяч, и он в ворота залетает. 2-1. За 30 секунд до перерыва. Давай,
звучит свисток, сейчас сирена. Перерыв, немного отдохнем. Ну, злой пизда. Ладно, большую бы поставил. А маленький что нам подсаживать? 2-1. При таком счете Тинькофф Банк и Московский кредитный банк начинают второй тайм. Счет, мне кажется, отражает соотношение сил команд к данной минуте, но в принципе является достоверным результатом того, что происходило в первые 10 минут. Чуть лучше был Тинькофф. Чуть больше мяч контролировал, чуть больше бил. Ну и в целом, ребята, чуть больше заряжены на ворот соперника. Игра идет азартная, размашистая. Широкое, как русское поле. Падение. И не просто так оно случилось. Здесь было нарушение правил. Второй у Тинькова фол. А МКБ пока не фолил. Горячев сам бьет, но показывал своему партнеру, что тот должен был куда-то смещаться. Пучков. Почти уверен, скажем так. Сразу два, можно сказать, удара нанес. До Терентьева не довели мяч. Мяч остается у МКБ. Ошибка МКБ. Очень малое количество запасных у команд. Один запасной у Тинькофф. Сейчас это Горелик и два человека на скамейке Московского кредитного банка. Очередной угловой МКБ. Снова показывал Горячев, что ну просто некому передачу делать. Готов к передаче. РТС.
сколько же стандартов было в этом матче у МКБ. Это рекордное, по-моему, количество. Поляков скорость набрал, перевод на 6-метровую отметку. Втроем против одного защитника МКБ. Ну, посмотрите, как быстро вернулись на свою половину все игроки Тинькофф. Корячев. Значит, последним защитником пустил свободку. Собирается Тинькофф взять тайм-аут. Удар выше. И теперь тайм-аут Тинькофф. Так. Матч интересный, давай посмотрим. У нас там еще FTRS MetLife впереди. Ограниченное количество игр, да? Нет. Ну просто пока есть возможность посмотреть чуть больше. FTRS против MetLife. Ну хотя, смотря какой состав, у них бывает состав приходит вообще обалденный. Метлаева. Мы когда в Спартаке вели, ну, вот этот манеж Спартака, там вообще Метлаев пришли и второе место, по-моему, или третье заняли. Ну охеренно сыграли. Метлаев? Ну да. Нажали смеха. Матч продолжается. Немного отдышались футболисты Тинькофф. Воспользовались очень удачно правом на тайм-аут. Горячев. Ну, не получался у него удар. Просто мяч на ногу не лег. Горелик слишком тонко задумал. Один шаг и сразу пушечный выстрел. Он сегодня много уже забивал, может позволить себе и промахнуться иногда. Борьба за мяч. Горячего свалили, возмущается он, ну а что возмущаться? Итак, штрафной уже назначен. Не дотянулся просто игрок до мяча. С
Стандартов у МКБ сегодня феноменальное количество. Ну, вот непривычно не идут стандарты. Обычно процент реализации у МКБ довольно высокий. И тайм-аут берет МКБ. Тиньков же тоже брал тайм-аут, да? Да. Ну ладно. Он закончил. Выйти. Манишку. Последние 38 секунд матча, прям здесь можно точно сказать. Секундомер сейчас стоит, последний метр по чистому времени играется. И во время перерыва футболисты МКБ снимали вратаря, выпускали полевого игрока. Ну, как только мяч им снова достанется и будет возможность для атаки, и опять произойдет такая замена. Пока же должны они отбиться. И вот вратарь покинул площадку. Нужно возвращаться. Шанс на то, чтобы счет сравнять и вырвать хотя бы ничью, был у МКБ, безусловно. Стой! Нарушение чистого состава. Паша, так. Что? Кипячок! 8 секунд! Последние секунды додержаться нужно Тиньков. 3 секунды, все домой! Домой! Финальный свисток 2-1.